Умер Джордж Майкл. Английский певец, музыкант, композитор и продюсер скончался вчера днем у себя дома. Его пресс-секретарь сказал, что Джордж Майкл умер во сне. Джордж Майкл прославился еще в 80-х как вокалист группы Wham. За свою сольную карьеру продал более 100 миллионов копий своих альбомов. Дважды лауреат премии Грэмми. Многим певец известен как исполнитель песни Last Christmas. В декабре стало известно, что Джордж Майкл работает над новым альбомом. Он был бы первым за 13 лет. Певцу было 53 года. Полиция не считает его смерть подозрительной.